жителям по улице Молодежная начали менять входные двери, а еще устанавливают суперсовременные IP-домофоны с функцией видеонаблюдения. Первым на очереди 52-й дом. С инициативой о замене входной группы к лидерам движения общественной поддержки обратились жители. И вот новая компания, она отозвалась на эту их просьбу. Сегодня в четырех домах, в первых подъездах устанавливаются двери с новыми домофонами. Представители управляющей компании решили обновлением подъездных дверей не ограничиться и рассказали о том, какие работы планируются в ближайшее время. Было обследование внутриинженерных систем, и у каждого дома есть ИТП, индивидуальный тепловой пункт. При обследовании выявлено, что система в очень запущенном состоянии. Сейчас обследует их подрядчик, и, естественно, будем первостепенно это восстанавливать для безаварийной работы. Все работы на Молодежной улице планируют завершить за 3 месяца.